Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня мы будем играть в Старлир, который сейчас я играл. Так, заходим. Вот, значит, мапа необходимая. Почему именно она? Потому что... в общем-то, Clash of the Unbloed. Так, мы с вами все серии посмотрели. Смотрим другой канал. Сейчас, вот он. Play Gaming. Тоже, кстати, есть канал запасной. А там не так уж популярно. Там вообще ничего нет, кстати, вот. А, спит неправильно написал, еще не умеет справлять еще игру. Понятно, думаю. Ну, в общем, заходим. Сразу в катку мафии. Покажу, на что я способен. Давно играл только назвал вообще шикарно. Так, я смотрю такую семью. Заходим. Так, так, лайкосты. Друзья, пишите тут комментарии, чтобы потом успели вы. Я первый, также написано. Подпишись, зайдем на ссылочку, куда она перейдет. Мне очень интересно. Найдите. Никуда. Когда будет такой звук, да, тогда можно уже играть. Так вот, надо скачать для того, там, у прямой эфира тут. Через оперу играют, так, у меня сейчас достижение. О, даже Макларен. Третий уровень. Классно. У меня была другая аватарочка, теперь эта аватарочка. А, нет, это вот. Это мой другой. С кого-то я играл, у него вообще-то наш. Тут праздник какой-то был у нас. Какой праздник? Так, составить да пропусти, потому что там праздник, блин, пасхальное яйцо. Такого нет, еще тут такого нет. Так, я граждан, я, наверное, буду еще вот написать. Прив написал из эпоха. А чё? Я... без звука я играл. Еще подсказка. Вот, если секунду начнет тут ночь. А мне зай всем, а мне ку-ку-куреку. Чё? Я это писал 2017 год, 8 мая. Мафия выстрел в точку маньяка. Мафия выстрел в точку маньяка. Так название. Не про порская игры. Это я писал, скопировать что-то такое. В общем-то, мафия встретила маньяка. Вот маньяк сейчас. Так, пауза. Все. Так, кто будет ставить на маньяка? Прикольный маньяк. Он сам действует. Так, опа-на. 60, 100. 80. Ну ладно, оставь. Ой, блин. Чё? Чё? Чё там убивают? Вы победили. Такая быстрая хатка. Рулетка. Давай рулетку. Для подписчиков. 5 монет. О, красава. То, что нужно. Будем тебе монетами. Бам-бам-бам. Так, рассказать. Я расскажу, блин, зря что я пропустил. Я доказал, что получить вам 20 монет. Так, друзья, что тут есть у нас? Вроде в один день, чтобы чему там спить, вроде 2 дня, чтобы что-то там выполнить. Вот. Так, кто спит, то молодец, вообще-то говорят. Поэтому больше рэп передаешь. Все, пойдем. Большая катка, как я вижу. Так, Макс Риск, что там у тебя? О, морковка. Играй за гражданами. Его раскрыли, меня раскрыли раньше, я играл. У меня еще звездочка есть, кстати. У меня звездочка тут есть, а у меня сейчас такое есть. У меня бутерброд сейчас есть. Давайте покажу вам, вот честно. У меня бутерброд, сэндвич. Вон он. Сэндвич. Выбрать эмоцию статус. Коронавирус 2021. Там можно выбрать. Шикарно. А тут что? Колесо фортуны. Ну, битва. Ставлю ставку 20 копеек. Вот, в общем, тут пока бесплатно. Покупайте, я выбираю вот такой вот колчик. Потому что уколы такое. 60. Я купил случайно. Блин, кого-то убили. Да я не против. Эй! А меня! Ладно. Теперь я один. Так, ну что ты скажешь? Я не хочу палиться, потому что бывает такой случай, что им можно меня спалить. О, красавчик. Ну и что это? Согласие! Я школьник, я буду себя
по школьницкому месту. А чё вы так подозреваете? Не понял, а? Давайте так. Поздравляем в сообществе мафии. Ага, да сейчас, не верю. Так мне интересно. Ну, вроде он сам написал, так что можно. Не поголосовать. А я проверю. Он мафия, скорее всего. Как? Уехал? Уезжал, дал. Хал. Кирешка. Отлично. Макс Риск, офицер. Не ходил ночью комиссар. Вот мафия заморозил игрока. Зачем меня? Меня заморозил босс мафии. Вот черт. Ладно. А ты чем? Тут тоже комиссар. Никак не сменили комиссара. Вот разработчик уже 3 года, блин. Вы сидите, блин, и ничего не делаете. За такое время он будет что-то сделал. Новый обнов, новые игроки добавил там. Новые роли. Новые красивые аватарки. Вот если бы я был разработчик, я бы это сделал. Потом сделал, вы посмотрите, вы скачают про нее. Так, я не имею права голосовать, как понимаю, потому что мне заморозка. Бывает такое даже. Так, а тут что? Убил граждан. Мышка моя. Такая вот черная, внутрь белая. Все. А я не голосую, видно. Так, кто голосует против него, а? Граждан. Кстати, ну вот вам пасхалка. Всегда ходите по следам, потому что бывает такая какая-то штука, чтобы следить за кем-то. Да, поэтому желательно по следам ходить. А я сразу схожу. Так что, сори. Кто меня заморозит, если я напишу, то скажу, что я комиссар. Вот реально. Поэтому, друзья, если пишут, что комиссар не ходил, его заморозили, то не пишите, потому что там все будут думать, что это вы комиссар. Логично. Твою магнитолу. Меня убили. Так, ну кто это сделал, а? Кто это сделал? Сейчас будем жаловаться. Кто меня убил, кстати? Мафиози. То есть, мафиози. Я тебе напишу что-то. Когда мафиози выиграет, тогда будем писать. Кто, кстати, остается? Ну да, битва жесткая, что скажу. Мыны, ага, мыны. Уезжают 1000 раз, пицца мне тратит. Интересно с этим играть. Чё, мы все равно походили. А, ночь. Пытаемся снова. 20 секунд. А тут чё? Пожалуйста, вот. А я до сих пор тружу. Ты же, блин. Мафия выстрел в точку маньяка. Топовая серия и нет просмотров. Вы ров улетели, чё? Вот. Один просмотр. Потому что мой аккаунт. И 0 просмотров, мафия 2. 0 просмотров. Ну все, сейчас будем. Сколько всего просмотров на этом канале? Интересно, подписчики? Даже не тысяча. 100. 60 просмотров за это все, блин. Факи, блин. 100 просмотров. Максимум просмотров. 10. Нормально, 10 просмотров. Так, кто мафиози? Друзья, просто снимайте, пишите грамотно, чтобы вас нашли, а то как там вообще. О, маньяка. Кто бы маньяка? Гражданин посадил за решетку маньяка, я понял. А кто не ходил? Мафиози убил гражданина. Вот, блин. Кто-то из вас. Вот этот мафиози. 16 секунд осталось. А тут чё? Кто выиграл? Заранее ты мафия. Мне кто-то пишет. Заранее ты мафия. Зарано. Что зарано? Скотина не вышел. Эй, ты мафиози. Пишем катку давай. Летаем. Ну, если честно, я в шоке. Тут 3 лайка, тут 0, нет просмотров. Что за фигня, вот честно. Перезагрузить? Так, какая минута? 3 минуты вроде. Перезагружаем. Снова, блин, сбой. Один просмотр для лайка. Не понимаю, YouTube чё багано. Багнуто, блин. О. Купил. Ха, ебой. Я купил.
Тем более, сейчас местник всех маньяк выиграет. Ими же такие. Ну так. Очки два рассказывают и все, деньги получают. 20 копеек, нормально. Никто не отвечает. Ммм, 20 секунд, ждем. Ой, а тут чё? Чё? Давай продолжим. А, блин, я досмотрел. О, тоже интересно. О, так, последним желательно находить, потому что это гайд-тактик, типа того. Так, подождём, есть немножко там пару секунд и всё. Чтоб за мной не следили, так скажем. Ну, в принципе, можно сейчас сходить. Так. Энеки, бенеки, ели вареники. О-оу, я нападу на... комиссара! Так, можно пропустить немножко. Что мы смотрели с вами. Что тут двигает Макс Риск? Давай уже, что делать? Старый, добрый Макс Риск. Вообще, кстати, когда не называлось так. Игра за маньяка. Слышь, блин, какого маньяка? Эй. Копы. Не надо. Ты в видео. На тебе. Правильно. Нет. Напиши нет. Нет, не хочу выжить. Стой. Не, прикольно тема, кстати. Не, двух походу. Молчи, лучше. Вот, блин. Он напишет что-нибудь. А, не, 3 секунды банен. Все. Теперь ты за решеткой и можешь расслабиться. А как иначе? Граждане очень не любят маньяков. Чё за фигня? Чё мне сюда шум? Ну ладно. Очень мило. Настали. Меня убивает вечно, любят. Третья ночь тут. Давай, старый добрый Макс Рис побеждает тут, чем тут, блин. Все выгонят меня, блин. Я купил 20 минут, я понравилось мне, что за фигня. А тут, кстати, что у нас тут есть в магазине? О, арена, что это такое? Экстри, это штука такая прикольная. О, бомба, мину можно взрывать все. Поэтому все взрывают праздники. Потому что акция магазина. Ой, мама. Самое прикольное, что я скажу вам в этой игре. Это покупайте всегда эту штуку. Сейчас. Активная роль. Позволяю получать случайную активную роль. Кроме обычной мафии. То есть вы не будете мафиози, вы будете кем-то другим, но у вас будет удача. Или просто играйте. Ни с чем. Ну, в принципе, можно докупить. Если хотите быть кем-то, чем гражданином обычным. И, ну, может быть, даже будете гражданином обычным, вас не отнимут. Так обувало, бах или что и такое. И, по-моему, уже все занято. Роли. В общем-то, вам дают еще роль за это. Капец. В этой игре прям все возможно. Тоже хочу такую статью. Ой, ё-моё, у вас видится эта штука? Нет? Слава богу. А что-то, блин, загружал... Эй, написал. Пропустим. О, подожди, а ну вернись. Что-то интересно, кстати, было. Так, значит, 4 пройдет троих, сразу вырубаю зайку. Кину яйцо. 25 монет я не кинул, ну и все. Так, давай акцию. Я 40 ставлю. Давай, я 40 ставлю. На как хочешь. 50. Он, блин, хитрый, вот всегда так снизу. О, я мафиози. О, привет, бан напишу. Привет, как сам? Вас мафи покинул жизнь самоубийством. Пишу лайкос. 11 против 4. Так, кто теперь... капитан.
Я? Это чат мафия, прикольный чат, мне нравится. Прикольно, прикольно, жестко, 11.4. Так, у нас еще есть маньяк. Желательно, конечно, комиссар и все остальное жители. А потом уже... А я что-то, блин, делать? Так, ну что, мафиози, куда ходим? Ой, куда походил? Личку. Чё-то не понял. Привет. Ладно, мафия. Опа, на кто играет за мафию? Привет, мафия. Так, ну что, голосуем, что скажу, блин. Кто спалился, тот и провалился. Что тебе скажу? Кого? Кто круче? А? А, интересно писать еще. Ну что, а тебе спалили, блин, что я тебе скажу? Очень жаль, мафия. Очень жаль, мафия. Но я круче. Ха-ха-ха-ха-ха. Надо сейчас все голосуют, просто все. Давай, на ему. Сказать, скрыли, так скрыли. Не панимся, так скажем. Не. Ну что, куда ходим? Угу. Жду твоего ответа. Привет. На. Отлично, тем привет. Док, ко мне. Вот, блин, кто не убил, кстати? Мафиози убил комиссара. Маньяк убил Макса Риска. Блин, скотина маньяк. Меня убили. Кстати, может быть, даже музыку потише сделать. И у меня там. Как вам? Это нормально. С оковырением мы снимаем. А то, ух ты, даже, кстати, хватит. Последняя катка и все. Так, ну кто тут будет игре выиграть? Прям аж стрёмно. Будет такое перебор с монетами, мне интересно. А Макс Рис не парится, да? А. Голосуй тоже. Просто так скажем, бабуч. Я купил? Да ладно вам. Эй. Я буду всех голосовать, да, как обычный игрок. Чтобы не подозревали, в принципе. Так, топовая тактика. Сейчас скажу. На, блин. Минимум спас вас от потери в мини. А, я купил 37 штук. 36-7 штук, вот это штуки 500. А кто купил мину за 600? Она обезвреживает эту мину, блин, это прикольная штука. 10 штучек за сразу покупаете, и все шикарно. Поэтому, чувак, прикольно делал. А что? Почему бы и нет? Так, значит, он мафия, по-любому. Ты мафия? Напишу. Давай, отвечание. Кого я лечу, кстати, не помню. Ее. Альфа-код. Игра за граждана. Комиссар докладывает, на, что и этот игрок из команды граждан. За Эпс. Проверенных игроков все больше. Значит, о-о-о, скоро комиссар сможет вычислить мафию. Я ком. Пишет. Точно! Точно напиши, точно. Точно напишу. Мне глупее. Да. Сам такой. Обманщик. Обманщик. Это прикольно так общаться с копом. Все, голосуем за него.
Доктор нанес визит в Эльфонгтон, но оказывается со временем здоров, Сепс. Пожалуйста. Ё-моё, это был коп. Так, ну что? Напишем ему еще раз. Напишем, если можно. Ну, жаль, что нельзя написать. Напишу. Почему ты сразу не сказал? Ладно, нельзя писать. Офигеть, сразу бахнем, вырубил. Я коп, я док. Играть за мафию. Альфа кот. А я вас спас. Прикольно было, кстати. В следующем ролике мы продолжим. Всем удачи, пока.